В общем, вот мы завернули по этой нашей основной улице. И вот она уходит вот туда, вот вдаль. И там тоже ворота на выезд. Вот. Здесь вот. А, нет, давай еще вот. Там красивые еще есть растения. Вот мы сейчас заходим еще в очередной один кармашек. Да, там еще, по-моему, вот таких вот кармашка, как у нас, ну, как я показывала, 3 или 4. Вот такая тоже полянка, вот смотрите, аккуратненькая поляночка. Опс, Соня упала почему-то. Ударилась? Молодец. Тоже такая большая довольно-таки поляна у людей. Ну и вот тоже там высажено что-то. Ну, честно, я не понимаю вот этого набора цветов. Все подряд называется. Тут же розы, тут же стрелиция, тут же вот маленькие вот эти и цикламены, я вижу, там есть, и петунии. Ну, как-то вот, как оно все выглядит. Не знаю. Не мой стиль. Мне так не нравится. А вот этот дом, Соня говорит, что его тоже готовят на продажу или что, я не знаю. Но я лично видела, что вот здесь, вот видите, вот яма такая вырыта. Здесь огромную пальму просто полностью удаляли. То есть с корневищами, со всеми делами. Приезжали машины, тут как бы ее распиливали. Огромная стояла пальма, да. И вот они полностью вот всю землю тут, ну я вот смотрю, они ее вскопали, как бы всю почистили. Они открывали гараж в доме, там была открыта дверь. Да, наверное, тоже дом, или продавать будут, или что-то. Ну вот, судя даже, посмотрите, да, что тут. Они все просто полностью спилили. Все растения они спилили. Может быть, купили и будут высаживать новые. Да, новые хозяева купили, будут новые растения полностью высаживать. А может, ну, это я к тому, что да, то есть, вот смотрите, да, даже если люди купили дом, и вот такая вот, вот такой вот фронт-ярд, ну, как бы, сколько это тоже нужно вложить, да, чтобы это все вот окультурить, сделать это таким, как оно вот есть тут у всех, скажем, да, ну, у кого-то там красивее, у кого-то разного стиля, да, кто-то больше, кто-то меньше, ну, сам факт, что да, даже ту же траву высеять, это тоже как бы стоит немало, вот, ну, идем дальше, двигаемся потихоньку дальше. Ой, вот тут есть такой смешной один дом, сейчас я покажу, вот тут тоже, смотрите, как камешками все выложено. Раз. А тут и тут же рядом уже вот соседи, да, вот они ничего вообще себе не сделали. Ну, тоже совсем видно, что неухоженный участок. Тут ухоженный. Разница, да, сразу чувствуется. А вот этот дом, ну это, конечно, как я говорю, не знаю почему, мне почему-то так кажется, что тут живут... Вот люди, или наверняка тут живут мексиканцы, ну я не знаю, ну как-то вот такой стиль, вот конкретно вот такой, да, вот африканский какой-то, нет, неправильно я не говорю, не африканский, а вот, ну вот любят в основном вот мексиканцы, да, они любят вот кактусовые такие деревья. Вот посмотрите, вот Соня стоит, да, и вот этот кактус, вот такие камни. А вот, кстати, вот я в предыдущем видео, я рассказала, вот, посмотрите на эти пахиподиумы. Они просто как пальмы. Они, Сонечка, ну вот пойди встань туда, просто ради интереса, чтобы было понятно, какого они размера. Это вот эти? Да. Вот Соня, а вот пахиподиум. Я боюсь двигаться. Ага. То есть я рассказывала, что я там гордилась, что он у меня вырос там 40 сантиметров там, или 50 сантиметров. Так а тут он вообще сколько он? Метра? Не, ну, 2, наверное, точно. Вообще. Вот эти, да. Вот видите, да, какой стиль?
То есть вот у людей конкретно такой вот стиль. Петель ходила тетя с пузелями тремя. И она говорит, я вот их выгуливаю. У них есть, здесь живет одна мексиканская семья. А, ну вот, Соня, оказывается, знает, что тут таки точно живет мексиканская семья. О, какая пальма огромная, я даже... Сейчас я попробую вверх. И они... Она просто... Она огромная. Вот такая. Ну и вот эти кактусы, конечно, тоже. Ну и это тоже не самые большие кактусы, потому что я видела вообще тоже метров по 5, наверное, если не по 10 кактусов высотой. Вот такой интересный стиль у людей. Вот так это смотрится. Вот такой пустынный стиль. Именно вот нашей местности такой стиль. Ну, тут вот как-то тоже все намешано. Посередине этих три кактусика, нет, четыре, да? Вот эта табличка, кстати, вот, это говорит о том, что дом под охраной находится. Тут много, да, у всех и разные, как бы, да, ну, как, наверное, там, кто с какой организацией заключил договор. Сейчас посмотрим, какой тебе нравится. Ну, у всех есть вот эти таблички о том, что дом находится под охраной. Тут вообще вон фонтан у людей стоит. Он, правда, не работает. Не, он работает иногда, каталась. Да? Вот такие деревья интересные сделаны. Мне нравится этот фонтанчик. Да, такой интересный тоже. У них везде вот эти вот тройные такие деревца. Тоже лужайка, фонтан. И розочки, но правда сдохшие. Не, ну вот эти, да, вот это, конечно. Все причем у них розочки как-то сдохли. Вот. Здесь тоже что-то камешки. Ну вот так вот лимоны растут, пожалуйста. Это вот лимонное дерево, да. То есть чайка захотел попить с лимончиком? Да у нас же у соседей. Ну да, у нас вообще через забор руку протянул. Заяц? Заяц, да. Убежал, боже, я так хочу. Короче, я рассказываю. У нас живут здесь зайцы. Вон они два. Ах, как жалко. Сейчас, может быть, где-то они будут еще, Соня? Это эти, грейпфруты. А, это грейпфруты. А ну неси сюда, давай посмотрим. Он упал с дерева, упал. Он оранжевый. Нет, доча, это лимон. Это лимон? Да, это лимон, он просто, ну он просто уже вот, все уже ему, он уже он гниет. Но это лимон. Это лимон. У нас это я же. Нет, мама. Это апельсин. Ты кинула, он раздавился, это апельсин. Ну хорошо. И я вот что хотела рассказать. Вот я сейчас увидела их. У нас тут живут зайцы. Я была в шоке. Первый раз я, когда его увидела, я визжала, пищала, как не знаю кто. Ну, как, вот они не такие, да, как зайцы там, как в лесах Подмосковья, скажем, да, например. Но они вот реальные такие зайцы, большие довольно-таки, такие хорошенькие такие. Я как-то гуляла, сделала себе 4 зайца. О. Смотрю, один сидит, потом смотрю, на другой площадке другой. Потом смотрю, третий перебегает, еще четвертый. Если нам сейчас удастся как-то их увидеть. И причем, знаешь, где я увидела? На улице, где у ребят там, вот на этой лужайке, у них там перед дверью, у них там будто бы статуи зайцев. Я поняла. И вот тоже вот такой вот стиль. Много-много камней, тоже опять же кактусы. В глубине там вот дом. Пальмы, кактусы. Тоже чисто стиль десерт, да, нашей пустыни. Вот если не высаживать ничего, да, в пустыне в нашей, то вот так наша пустыня выглядит. Ну, это говорит еще раз о том, что сколько вложено денег в озеленение территории. Не знаю, мне как-то так вот скучно. Вот такой ландшафт, он какой-то вот для меня лично скучный какой-то. Мне все-таки больше нравится, когда это трава зеленая и какие-то насаждения цветущие.
Вот ухоженный тоже такой домик, территория. Видите, как чистенько, сразу видно, что садовник работает хорошо, сразу видно, что вот эти мне нравятся. Есть кто, кому ухаживать. Вот тоже, смотрите, как она высадила. Мне тут вот хозяйка. Или хозяйка, или садовник. Прям такой палисадничек там у нее. Вот эти такими волнами выстригают все красиво тоже. У кого-то квадраты такие выстрожены, у кого-то круглые. Вот квадратные тоже такие интересные, да, Сань, смотри. А вот здесь вообще вот сейчас два ствола. Тихо-тихо. И один. Там дальше кругленький. А тут квадраты такие. Ну вот так как-то мне больше нравится, когда вот так вот ухожено. Гараж. О, а тут видно внутри. Как-то сделано, что там фонтанчик у них журчит. Да, фонтанчик журчит. Ну, мы не пойдем туда, просто уже неприлично будет, если мы еще туда сейчас полезем. Там, да, немножко видно, что у них там вот фонтанчик торчит. Ну, вот у многих вот эти вот деревья, которые вот этими цветами красивыми, гавайскими цветут.